Свадьба плуга и земли, так говорят чуваши о своем народном празднике. Акату издавна прославляет трудолюбие и объединяет людей, которые всю весну работали в полях, а теперь собрались вместе, чтобы отметить окончание сева. В том, что мы сохраняем вот эту любовь к родине, да, сохраняется, ну как сказать, дыхание земли, то, что мы живем на земле, то, что мы чуваши-сеятели, хлебопашцы, там, скотоводы, потому как мы вот собираемся целыми диаспорами, объединение наших ансамблей, конечно, это очень важно, потому что в каждом из нас, мы все родом из детства, на каком языке разговаривали родители, разговаривала мама, это остается в душе, это очень важно. Сохранить родной язык и культуру, передать традиции молодому поколению – все это можно сделать благодаря таким народным праздникам. Чуваши обязательно наряжаются в национальные костюмы, надевают головные уборы, украшенные монетами хушпу, пекут и угощают друг друга национальным блюдом курником, а по-чувашски – хуплу. И, конечно, танцуют и поют. Саевили елгулати, агаду я ехарать, чурге семь шлезе сенсересенье саванать, майорат на чуваши. В Доме дружбы народов на праздник Акатуй собрались чуваши со всего Самарского региона. Активистов чувашских национальных центров наградили за работу по сохранению культуры. Значение подобного рода праздников трудно переоценить. Они призваны объединять людей, которые проживают в разных городах, поселках, деревнях и селах нашей области. И география сегодняшнего праздника снова неизменно, как это происходит из года в год, впечатляет. И поэтому мне очень приятно выполнить поручение главы городского округа Самара и наградить наградами главы города тех людей, которые своим неравнодушием, теплотой своей души сохраняют родную культуру с тем, чтобы передать ее будущим поколениям. Завершился праздник концертной программой. Номера подготовили все чувашские национальные центры региона. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.